Здравствуйте, компания Прогресс Авто приветствует вас на обзоре очередном нашего трактора. Собственно, сегодня у нас достаточно мощный, большой Kubota GL29. Собственно, 30 лошадиных сил, полный привод, усиленная фреза Nipple, все максимально хорошо. Комплектация, естественно, самая-самая из возможных. По шинам, я думаю, отлично видно. Перед потерт. А остаток еще есть, но тем не менее износ также хороший. Растрескиваний подобных замечаний нет. По заду, к сожалению, картина противоположная. Износ здесь прям заметный. Ну и растрескивание уже очень хорошо видно. То есть здесь прям замечания по этому поводу, конечно, я думаю, видно невооруженным взглядом, поэтому здесь объяснять уже нечего. Главное не запихать в эту шину что-нибудь острое по типу сука от дерева или что-то подобного, потому что может прорезать, к сожалению. Трехточное навесное устройство, естественно, с гидрорегулировкой горизонтального наклона. Вот у нас цилиндрик весь живой, целый. Вот такой длиннющий кардан на двух крестовинах. Все это для того, чтобы на быстросъем повесить фрезу Nipple 1,70 м шириной с усиленными редукторами и ножами на двух болтах. Состояние ножей, думаю, видно. Остаток хороший по ножам, здесь вопросов нет. Она фреза наша огромная, тяжелая, предназначена для работы в тяжелых условиях, соответственно. По заду шина правая, так же, как и слева, к сожалению, потрескалась, рассохлась очень хорошо, но остаток здесь лучше. Видимо, чаще в левую сторону разворачивались. Правый перед, здесь так же, как и слева, все достаточно хорошо, то есть ездить будет долго. Видим косметику. В целом все очень даже неплохо, сохранился трактор отлично, фары, мордочка, все на месте. Наработка очень маленькая, 600 часов здесь у нас. Регулировка по фрезе, по правой стороне от водителя. Слева у нас, естественно, коробка переключения передач. Видим мы наш полуавтомат куботовский, очень удобный, U-Shift, который называется. Видим пониженные и повышенные ряды. Естественно, здесь же у нас на месте и реверс. Очень удобно это все включается, работает. Есть также на этом тракторе быстрый разворот. Также функционально. Проверяли. Постоянно, когда снимаем обзоры, начинают ездить больше грузы, дабы нам облегчить съемку. Вал отбора мощности, к сожалению, не видно на шильдике, но здесь 4 передачи вперед и одна включается назад. Что, опять же, облегчает нам пользование трактором при условии, что что-нибудь, например, намоталось на фрезу. Видим, трактор работает, ну, очень мягко, очень тихонько. Отлично набирает обороты. Естественно, легко на них работает. Просто кайф на таком ездить. Естественно, гидроусилитель руля. Все легко, просто поворачивается, разворачивается, как угодно. Без проблем. По включению быстрого разворота у нас здесь есть рычажок. Опять же, все здесь у нас легко и просто включается. При условии, конечно, включения полного привода и пониженного ряда передач. Блокировка заднего моста под пяткой, как и везде, как и на всех тракторах. Удобно, классно, без каких-либо проблем, механически включается. Соответственно, вот она куботка наша. GL29, напомню. Сигнал есть, фары, естественно, работают. Повороты также функционируют. В принципе, здесь больше ничего особенного и нет. Ну, работает просто отменно. Такая Kubota. Напомню, мы находимся в компании Прогресс Авто.
приезжайте к нам. Будем рады вас видеть. Всего доброго.